Всем привет! Вы на телеканале Трик ТВ. И сегодня я хотела бы снять видео. Честно говоря, я взяла камеру у хозяйки, поэтому я снимаю тайное видео. Так, сегодня у нас будет конкурс красоты. Что это? Мимо попал. Я хотела сказать, у нас будет конкурс красоты, но думаю, нам помешали. Ну, давайте сначала откроем это и устроим конкурс красоты. Вдруг там тоже будет какая-нибудь кошечка. Давайте. Ну что ж, давайте откроем вот эту коробочку с кошечками. Ну, для начала давайте рассмотрим, ну, саму упаковочку, так как это уже третья коллекция. Пушистики. Это у нас свитбокс. Тут написано совершенно секретно. Не откроешь, не узнаешь. Но мы откроем. Но сначала давайте посмотрим коллекцию. Вот тут показано, что третья серия. Вот тут есть коллекция. Вот такая беленькая кошечка. Стася Волчкова, Гуччи, Марио, Элвис, Гоша, Фаня, Шанель и Долорес. Давайте же откроем. Мы узнаем, кто там будет. Так, кто же там? Так, там виднеется кто-то черненький. Сейчас мы посмотрим, кто там. Сейчас. Так, ну давайте же откроем. Так, вот сюда аккуратненько. Так, кто-то. Ой, какой красивый котик. Кто это? Это вроде бы... Это Марио. Вот этот черненький котик Марио. Давайте посмотрим, что там о нем говорится. Очень азартный кот. Он очень у нас азартный. И играть, наверное, в игры любит. Знает, как включать планшет, телефон, компьютер и телевизор. Любит смотреть телепередачи про новые игры. Очень у нас интересный котик. Такой красивенький. Вот он весь черненький. А вот у него в лапках, кажется, приставка. Так. Еще в комплекте идет такой вкусный мармелад. Давайте откроем его. Так, сколько здесь штучек? Так, такой запах вкусный. Так, ну, тут всего где-то 5 штучек. Да, 5. Конечно, жалко, что так мало, но ничего. И поставьте, пожалуйста, лайк, если вам понравился такой красивый котик. Ребята, идите сюда! Какой миленький котенок. Да. Я вызываю вас на битву в игру. Какая еще игра? Я люблю битву в красоте. Ну, это еще как сказать. Давайте поиграем. Ну, во что? У меня приставки нет. Сейчас я позову друзей, может, они знают. Идите сюда. Вот они мастера играть, пусть они и приходят. Так, ребята, честно говоря, я пока смот домашних кошек не очень люблю. Так что давайте пойдемте отсюда поиграем в приставку. У меня там есть еще одна, я ее нашел. Ну ладно, пойдем. Все, пошли. Ой, какие негодники убежали. Но сейчас показ красоты. Так, кто красивее, Лео, решай. Даже не могу сказать. Ну, Лео, ты можешь решить? Я не могу. Ну, даже Лео не может решить. Может ли ты тоже будешь участвовать? Так, давай. Мы падаем. Ребята, а вы, пожалуйста, решите. И напишите в комментариях,
кто же из нас красивее. А мы пока будем кушать мармелад этот. Ня-ня-ня, вкусняшка. Всем пока! Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и смотрите мои видео. Всем пока! Ой, мы тоже забыли сказать пока. Да, всем пока. И напишите в комментариях, кто самый крутой из нас троих. Я думаю, что лучше за меня. И поставьте лайк, если вам нравимся все мы. И, конечно же, я. Мне кажется, все кажется все красивее. Так, все решит голосование. Всем пока! Пока-пока! Мау!